Всем привет! Я хочу сегодня представить вам своего, прежде всего, друга, архитектора Альберта Фоя. Почему ты решил стать архитектором? Я люблю проводить аналогию между приготовлением пищи и архитектурой. Мне кажется, приготовление еды – это всеобъемлющий процесс. Такой же всеобъемлющий, как и архитектура. Многоуровневый, многообразный. Я помню свое восхищение. Сразу после окончания школы я начал работать на крупную архитектурную компанию на Манхэттене. Прошло всего 6 месяцев после школы, а я уже проектирую собственный небоскреб. То есть у тебя есть собственный небоскреб на Манхэттене. Ты гордишься собой? Нет. Почему? Потому что заказчик был очень плохой. Я был очень молод, было много страсти и вдохновения, но очень мало знаний. Поэтому небоскреб получился не очень хорошим. И теперь, в 2017 году, когда я прогуливаюсь по 3-й авеню, возле моего небоскреба, я делаю так. Но с каждым разом получалось все лучше и лучше. И вот ты уже проектируешь БИФ. И это уже намного лучше. И ты гордишься собой. Вот это мне нравится. Архитектура особенная. Особенный клиент. Вы можете даже стать друзьями. И в конце ты создаешь что-то небольшое, но особенное. Тебе вообще важна спецификация ресторана, который предстоит спроектировать? Я думаю, да. Это очень непростой вопрос. Своим студентам я бы ответил так. Если хочешь спроектировать хороший камин в доме, ты обязан уметь разжигать огонь. Я считаю, что здесь получилось разжечь огонь и создать хороший камин. Поэтому для меня не составляет труда спроектировать хороший мясной ресторан или хороший рыбный ресторан. Если я люблю рыбу, я люблю мясо. Я так считаю. Почему ты решил, что этот бар должен быть белым? Потому что это натуральный свет. Это здание 70-х годов. Так называемый советский брутализм. Посмотри на эти окна, они огромные и дают много света. Я посчитал логичным сделать бар с хорошим естественным светом. Но мы использовали не совсем белый, скорее это его оттенки. Это выглядит более естественно. Я думаю, белый отчасти ассоциируется с удовольствием. С тем удовольствием, которое получаешь от выпивки. Здесь будут полки. На полках бутылки с вином, от пола до потолка. Как в библиотеке, но с вином. А здесь, возле окон с естественным светом, будут расположены живые растения. Здесь будет большой стол. Мы создали проект этим летом, в июне или в июле, но очень быстро, всего за неделю. Моя идея, моя мечта состояла в том, чтобы иногда вечером здесь можно было танцевать, а люди, проходящие мимо на улице, видели все это. Я считаю это прекрасно. Здесь стены будут подсвечены таким образом, чтобы создавать непринужденную атмосферу. Есть два момента, работая в Украине. Первый момент хороший. Можно изготовить любую металлическую конструкцию под заказ. В США только пластик. Потому что много стандартов и спецификаций. Здесь под заказ можно сделать невероятные вещи, и это хорошо. Плохая сторона – все невероятно медленно. Для меня, живущего на Манхэттене, в Украине все очень медленно.
very slow, no? Ты часто сравниваешь себя с другими архитекторами? Я думаю, для того, чтобы быть хорошим архитектором, нужно помнить две вещи. Во-первых, нужно мыслить свободно. А что касается украинских архитекторов, я думаю, проблема в том, что они очень часто поддаются влиянию заграничных течений, в первую очередь из США. А архитектура — это не о трендах. Архитектура — это о характере. Как приготовление пищи. Она же тоже имеет характер. Если бы я был украинцем, я бы более чем оптимистически был настроен по поводу своего будущего. Как мне таким не быть, если я живу в лучшей стране в мире? Моя земля самая богатая в мире. Моя земля самая плодородная в мире. Почему бы мне не быть оптимистом? Но теперь я должен быть более умным и очень осторожным, потому как за спиной уже затаился враг. Давай немного сменим тему. Ранее мы поднимали вопрос архитектурных проблем Киева. Какая основная проблема в городе? Машины, конечно. Сейчас экономическая ситуация позволяет многим людям иметь автомобиль. Для многих это как вторая кожа. Даже в туалет на авто. Это же сумасшествие. А самая большая проблема Украины в том, что лучшие умы страны уезжают. Может быть, у тебя есть соображения по поводу развития ресторанного рынка в Украине? Что ты об этом думаешь? Я думаю, что все будет очень хорошо. Потому что молодые люди медленно, но все-таки пробуждаются. Я оптимистично отношусь к мысли, что если им предоставится возможность, то они поймут, что Макдональдс — это яд. Они поймут это, и я считаю, что концепция, новая концепция ресторанов, это качественная еда из украинских овощей, украинских продуктов, которые лучшие в мире. Лучшая качественная рыба и мясо. Я думаю, это вполне возможно. Ты готов работать с этими молодыми людьми, чтобы строить новые рестораны, новую культуру заведений? Всегда. Для меня молодость — это моя кровь. Я работаю с молодыми людьми, потому что я профессор. Моя жизнь напрямую связана с ними. Мы очень хорошо ладим. Они считают меня психом, и это отлично. Когда они говорят, что я сумасшедший, я чувствую себя молодым. И это отлично.